Наконец-то едем за Амуром. Амур нас заждался. К сожалению, Амуру удалили пол челюсти. Подъезжаем потихоньку к клинике. Пока едем за Амуром, вышли, решили зайти на выставку. Вот красотища какая. Так, а вот мы и приехали за Амурчиком, сейчас забираем. Так, Амурчика забрали уже. Вот он, Амурчик. Все, наконец мы приехали. Вот как встречает Амура остальные. Амур злится, рычит. Сейчас будем выпускать его. Так, выпускаем Амура. Выпускаем, так оно. Так, осторожно, друг. Давай. Давай. Ой. Вот, в общем, такой Амурчик. Я его сам еще не видел. Вот. Такая ситуация. Вот, красавец. Ну, вот так вот. Вот он разнюхивает ситуацию, смотрит, вот, знакомится с другими. Главное, чтобы не огрызался. А он пока не было, коты пораскидывали. Пульт валяется от кондёра ихнего. Вот так вот. Ну, зайка, не нервничай. Не нервничай. Ну, вот так Амур кушает. Пока приспосабливается, еда выпадает. Но вопрос времени. А так-то белый красавец. Вот, заживет, приведем его в хороший вид. Так, вот, кормим Амура. Ну, сейчас то персонально, это мы насыпаем, чтобы отвлечь. Чтобы другие котики покушали и не мешали ему. А для него вот. Вот так Амурчик кушает. Еда, видите, выпадает, но часть попадает. Он старается. Вот, сейчас будем ему обрабатывать швы и снимем катетер. Вот, пусть немножко поест, станет добрее. А вот мы уже просим кушать. Накололи обезболивающим, так как рана болит. Вот. Сейчас будем кормить. Сначала только погладим. Красавец, красавец какой, красавец, красавец. Хороший кот. Хороший кот такой. Пошли, пошли, пошли кушать. Пошли. Ой, ты вообще умничка у нас. Умничка, умничка. Так, вот Амурчик кушатки хочет. Сейчас покажем вам его чуть-чуть. Красавца такого. Вот Амурца. Ну, не сильно мы пока на руках хотим. Не сильно. Подзаживет, мы его в порядок приведем. Будет вообще красавец. Ну вот уже еду ему приготовлено. Вот. Пошли, Амурка, пошли, 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 зайчик, пошли, пошли. Вот у него тут специальное место, чтобы другие коты не мешали. Так, в общем, тот корм Амура не захотел, даем другой. Оп. Вот. Не хочет. А что ж так? Что ж так, чего мы не хотим кушать? Ой, ты что? Ой, хороший, гладится. Чем Амур так дальше и не ел, мы отвели его в клинику. Нам сказали, чтобы отвозили на стационар,
потому что толком не было постоперационного ухода в предыдущей клинике. Ему не кололи там обезболивающее. По итогу швы разошлись, огромное воспаление. Сейчас Амур на стационаре. Прогноз благоприятный, но увидите его в следующем ролике. Всем пока, жмем лайк и подписываемся на наш приютик.